Самарцы – лучшие в стране по горному бегу. Тольяттинская спортсменка – третья на первенстве России по плаванию. Пляжные крылья Советов продолжают побеждать в чемпионате страны. Крылья Советов добились очередного успеха в чемпионате России по пляжному футболу. На этот раз самарская команда в упорной борьбе обыграла «Динамо» со счетом 4-3. Судьбу матча решил в концовке Игорь Бриштель, в итоге оформив хет-трик. Еще один гол на счету Дуарта Филиппа. Хотя в середине встречи вперед вырвались полицейские, но профсоюзы авиаторов сумели наладить игру и вырвать победу. В Волгограде финишировало первенство России по плаванию среди юношей и девушек. 1500 юных спортсменов пытались обогнать самарских атлетов. В результате интересной борьбы тольяттинка Виктория Сазонова завоевала бронзовую медаль. На 100-метровке брасом результат 1 минута 12 секунд. От серебра Маргариты Дряминой из Удмуртии ее отделили 18 сотых. До чемпионского титула калужанки Екатерины Михайловой Сазоновой не хватило всего лишь 1 секунды. В Ярославле прошел личнокомандный чемпионат страны по горному бегу вверх и вниз. За медали бегали более 50 атлетов, 6,12 километров с перепадом высот почти 200 метров. В командном зачете женская сборная Самарской области заняла первое место, обогнав Ярославль и Москву. Мужчины на втором месте. В личном зачете Екатерина Муленко стала чемпионкой России. Серебряные медали у Надежды Леонтьевой и Эдуарда Жигунова.